Череда массовых чисток выходит на новый уровень. Пришло время проверить суть многомиллионных марафонов так называемых тренеров личного роста. Так, Елене Блиновской грозит еще одно уголовное дело. Марафоны, вебинары блогера проверяют эксперты, чтобы установить, есть ли в информационных продуктах какая-то ценная информация, в отсутствии которой материалы направят на судебно-экономическую экспертизу. Напомню, что она уже полтора месяца находится под домашним арестом за неуплату налогов более 900 миллионов рублей. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев задержан в Москве по делу о мошенничестве. Заместитель губернатора курировал вопросы городского хозяйства, ЖКХ и благоустройства. Поэтому миллионные хищения были ему уже не столь заманчивы. И Лавленцев решил прикарманить себе 3 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская проведет в колонии 10 лет за взятку в 25 миллионов рублей. Именно такую сумму ей передали за покровительство при реставрации культурных объектов Крыма. Новосельская лишена звания заслуженного работника культуры. Ей запрещено занимать должности в органах власти в сфере образования в течение 15 лет. Также она должна будет выплатить штраф в размере 128 миллионов рублей. Редакция «Момента истины» продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.